25 июня 2012 года состоялся 5-й съезд ВАИР – Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. На нем было озвучено, что, активизируя инновационное развитие, законодательная власть и исполнительные органы не создали экономических стимулов для развития массового технического творчества, изобретательской и рационализаторской деятельности. Особую озабоченность у изобретателей вызывает то, что на пороге вступления страны в ВТО не было создано реальных механизмов защиты отечественных изобретений и инноваций. В рамках съезда обсуждалось и то, что нынешнее патентное законодательство недостаточно отрегулировано и никак не стимулирует изобретателей к активному патентованию своих изобретений и разработок. В отличие от российских заявителей, число заявок которых из года в год остается примерно на том же уровне, иностранные заявители значительно активнее обращаются в Роспатент, считая наш рынок перспективным. Было отмечено, что отечественные предприниматели по-прежнему мало интересуются новыми научными разработками. Исключение составляют только крупные государственные корпорации – «Газпром», РЖД и предприятия ВПК, с которыми ВАИР в той или иной мере сотрудничает. На съезде также много говорилось о попытках ВАИР повлиять на законотворческий процесс и о том, что переломить ситуацию пока не удается. До сих пор не принят такой важный для изобретателей документ, как законопроект о создании благоприятных налоговых условий для предприятий малого и среднего бизнеса, работающего в инновационной сфере. А тем временем во всем мире именно малый и средний бизнес создает основную массу инновационной и наукоемкой технологии.